Первое, что человек должен быть стойким. Не надо поддаваться лени, печали, занятости чрезмерной. Если вы чувствуете, что некогда, значит, вам не хватает вдохновения. Пообщайтесь, сходите, послушайте, для того, чтобы опять появились силы правильно жить начинать. Второе, нужно знать, что кто-то должен перед тобой идти. Нужно всегда иметь старших в жизни, потому что старшие дают возможность побеждать судьбу. А если нет старших, значит, энергия веры ни от кого не передается. И поэтому нет силы. Вот. И третье, что, о чем здесь поется, это то, что человек должен стремиться менять себя. Он должен понять, что это внутренняя работа, не внешняя. Побеждать нужно себя. Побеждать нужно себя, не кого-то другого. Не надо воевать с мужем, там, со страной, еще с кем-то. Просто воюй с самим собой. Сделай так, чтобы твое сердце стало спокойным, глубоким, чистым, светлым. И чтобы ты всех простил, принял, полюбил. Вот это вот главная тема этой песни и, в общем-то, моего послания. То есть я о том же и говорю. Самое главное в жизни человека — это перестать быть одним. Знания передаются от кого-то. Учитесь общаться. Не будьте одинокими в духовной жизни. Если вы постоянно общаетесь с телевизором, постоянно общаетесь на какие-то темы, сплетни там всякие, то это вам не поможет для того, чтобы победить судьбу. Нужно общаться, смотреть нравственные фильмы и специально их изучать, искать. Смотреть, изучать, как духовно, как развиваться, как жить правильно. Общение духовное, наставников искать в своей вере. Погружаться в свою духовную традицию, ездить по святым местам, менять себя. И по поводу молитвы надо понять, что у человека всегда должны быть какие-то предметы в жизни, которые бы сильно соединяли его с Богом. Когда человек эти предметы имеет перед собой, то память о Боге вспыхивает в его сердце и побеждает судьбу. Таким свойством обладает духовная музыка. Когда человек включает голос старшего, молитву старшего, он может легко молиться, он погружается в этот голос, ему все глубже и глубже он понятен становится. Точно так же есть иконы священные, есть талисманы, которые человек носит, которые дают ему силу побеждать судьбу. И предметы, которые нас окружают, они несут силу, они меняют нашу жизнь. Таких предметов всего, ну, есть какой-то диапазон определенный. Например, вода обладает такой силой менять судьбу. Поэтому воду освящают. Человек должен, прежде чем пить воду, хорошо помолиться какое-то время. Вода может в себе вобрать эту силу духовную и очистить человека. Пища обладает такой силой менять сознание. Причем интересно знать, что пища бывает разной, бывает пища, которая находится в благости, бывает страстная пища, бывает невежественная. Страстная и благостная пища — это хорошая пища. Она страстная помогает работать, поддерживать в себе здоровье во время труда, а благостная пища очищает человека, делает его более возвышенным. Благостной пищей является пища, в которой нет насилия совсем. Это молочные продукты, молоко, мед, крупы, фрукты, вот, орехи. Там нет как бы насилия, потому что нет души в этой пище. Есть пища, которая связана с насилием, но она при этом не связана с сильно большим насилием, потому что растения, они не помнят себя. Поэтому, когда они теряют жизнь, они об этом не знают. Такой пищей являются корнеплоды, листья растений. Вот. Эта пища нужна, эта пища находится в страсти, она нужна для здоровья и сил, для того, чтобы силы были. Вот есть пища, которая ослабляет духовные силы человека, поэтому эта пища ограничивается во всех духовных традициях, ограничивается, дается или полный запрет на эту пищу,
или частичной. Это мясная и рыбная пища. Слово «мясо» на русском, древнерусского переводится «мя» означает «я», «со» означает «похожий». С английского «meat» – «me» означает «я», «it» означает «оно». С санскрита «мамса» – «мам» означает «я», «со» означает «са» означает «такой же». Другими словами, ну, древние люди понимали, что животные, они очень похожи на человека. Они называли маленькими детьми животных. Ну, они похожи на маленьких детей, они как маленькие дети. Поэтому убийство животных, оно приводит к тому, что мы вот эту энергию насилия потом употребляем, кушаем. Это приводит к ослаблению духовной силы человека. Поэтому в христианстве, в православных монастырях не едят мясо совсем. Вот. Ну, каждый православный знает, что есть посты длительные, когда человек не ест мясо, постится. В ведической культуре, во многих традициях духовных вообще не едят мясо люди. Поэтому человек, развиваясь духовно, должен уменьшать три вещи, которые связывают его с телом. Первое — это лень или сильная привязанность к своему телу, лень, переедание и безволие. Означает, что человек сильно привязан к телесной жизни, ему трудно постигнуть духовную жизнь в результате. Нужно свое сознание от тела отрывать и погружать в душу. Поэтому человек должен вставать раньше, стараться побеждать в себе лень, побеждать в себе переедание и побеждать в себе безволие, нежелание бороться с вредными привычками там, и так далее. То есть первый вид привязанности к плоти — это привязанность к своей плоти. К своей. Это называется грубая, ну то есть это называется ну, привязанность к своей плоти. Дальше следующий вид привязанности к плоти уменьшает возможности постичь душу. Это употребление спиртного. Когда человек употребляет спиртное, то у него разгорается привязанность к плоти, как к своей, так и к чужой. Он, когда человек выпивает, он увеличивает огонь своих желаний. Возгорает, увеличивает, возгорается, у него разгораются материальные желания. У него увеличивается жадность, похоть, злоба, зависть там и так далее. Все, что связано с привязанностью к телу, а не к душе. Следующий вид привязанности к плоти — это желание наслаждаться чужим телом. Называется вожделение. Этот вид привязанности к плоти тоже ослабляет у человека возможность заниматься духовной практикой. Поэтому во всех духовных традициях рекомендуют уменьшить мысли о своем теле, уменьшить употребление спиртного, уменьшить употребление мяса и не сильно увлекаться сексом. Понятно, что все эти вещи нельзя сделать искусственно, потому что искусственно это приведет к тому, что человек в другую сторону в какую-то метнется. То есть, почему человек ест мясо? Потому что он привязан к плоти сильно. Это искусственно не уберешь. Когда человек духовно развивается, у него потребность в мясе отпадает. Привязанность к спиртному тоже идет от того, что человек не может с себя снимать напряжение, и поэтому ему приходится это делать, потому что нет сил, он устает сильно. И желание секса происходит по той же причине, потому что человек без любви не может жить. А если человек не может высшую любовь почувствовать от Бога, то ему хотя бы низшую любовь надо чувствовать в отношениях половых. Поэтому все эти вещи искусственно убрать невозможно. Только развивая себя духовно, человек может избавиться от ненужного.
Но если человек искусственно избавляется, пытаться от ненужного, то он еще больше к этому привязывается. Когда человек пытается бросить пить, он еще больше к спиртному привязывается. Если человек перестает пытаться думать, перестать думать о сексе, он еще больше думает о сексе. Если человек пытается бросить есть мясо, он еще больше мяса ест. Ну, то есть, другими словами, это все, естественно, меняется в результате самосовершенствования человека. Не надо сильно много внимания заострять на эти вопросы. Тем более, что мы не знаем, как работает ум человека. Один богатый человек пришел к мудрецу и говорит: «Мудрый человек, пожалуйста, объясни мне, как работает мой ум. Я хочу понять его силу. Я считаю, что я полностью овладел своим умом, и поэтому, ну, как бы я тоже такой же, как ты, святой, в общем-то. Но я просто живу по-другому, не так, как ты. Я люблю покушать, поспать. Тем не менее, я волевой человек, у меня большой коллектив, я всех содержу, как бы я богатый человек. Объясни мне, чем ты лучше меня? Почему тебе все дают пожертвования, тебя все уважают как старшего? В чем твоя сила? Я хочу на себе понять, что я не управляю собой. Докажи мне это». Он, этот мудрец, посмотрел на него и говорит: «Мне несложно тебе это доказать. Будешь ли ты этим заниматься? Тебе придется делать то, что я тебе скажу, целую неделю». И он, этот богач, засмеялся и говорит: «Ну давай неделю позанимайся этим, нет проблем». И тот ему сказал: «Ты можешь думать о чем угодно, но не думай вот об этом козле». И показал на козла. Тут говорит: «Я никогда об этом козле и не думал, и сейчас не буду думать». И пошел он, смеялся долго. Через неделю пришел бледный такой, исхудалый весь. Говорит: «Я не знаю, что ты сделал с моей головой». Говорит: «Я как только ни о чем не начну думать, постоянно этот козел лезет мне в голову». И говорит: «Я так задолбался, замучился, говорит, не знаю, что мне делать, помоги мне. Как мне не думать об этом козле? Постоянно думает, думается об одном козле». Он говорит: «Хорошо, мудрец, я тебе упрощу задачу. Думай только об этом козле целую неделю, больше ни о чем не думай». Он говорит: «Ну, слава Богу, а то он лезет мне в голову все время». Пришел, еще больше исхудал. Я, говорит, начинаю думать об этом козле, а он что-то у меня расплывается, другие мысли лезут. Я замучился, я теперь, раньше этот козел мне лез в голову все время, а теперь я о нем думаю, он уходит из моих мыслей. И этот мудрец поэтому сказал: вот так устроен наш ум. Он очень бунтарскую природу имеет, непослушную, и он всегда склонен делать то, чего мы ему запрещаем. Поэтому владеет умом лишь тот человек, который занял его, свой ум, деятельностью, направленной на служение Богу. Когда человек думает о святости, он приковывается ум к Богу, и когда полная прикованность к Богу ума происходит, тогда это состояние сознания называется духовный транс. В это время так сильно человек счастлив, что это его жизнь тянется, как струя меда, тянется из одной посуды в другую. Непрерывное счастье. Мед сравнивается с счастьем. То есть непрерывный поток счастья, который никогда не заканчивается. Так описывается в священных писаниях состояние человека, который победил свою судьбу тем, что он постоянно думает о святости, о Боге. В этом заключается цель человеческой жизни. Как вы ее будете достигать, в какой вере, культуре, это все зависит от вашей природы. Я просто частично хочу чуть-чуть как бы это раскрыть. Есть люди, которые от Бога ждут могущества, силы, победоносной такой могущественной силы, а также справедливости. Они от Бога ждут свершений, побед и устойчивости. Такие люди изучают Коран, они становятся мусульманами. Поэтому они повторяют «Аллах Акбар», «Аллах Велик».
И, они, и у них музыка также такая, имеет торжественную природу молитвы. Они несут силу в себе, могущество, глубину. Если люди стремятся к тому, чтобы почувствовать смирение Бога, Его сострадание, любовь ко всем, способность к самопожертвованию, они выбирают христианство. Есть люди, которые хотят от Бога почувствовать Его отстраненность, отречение, глубину, непривязанность ни к чему. Они выбирают буддизм и так далее. Понимаете, в каждом направлении духовном Бог дает людям отношение к собой в определенном аспекте. И поэтому, когда человек стремится вот какой-то аспект развить в себе, ему вот так больше нравятся такие отношения, он такую веру себе и выбирает. Это зависит просто от вашей природы, от ваших вкусов внутренних, потребностей. В ведической культуре тоже есть свои особенности. Люди стремятся постичь вот Бога в образе, в таком, в котором Он, ну, как бы отстранен от дел, Он всех любит, как бы дарит счастье всем. И настроение праздника и любви такое создается. Ну, то есть в каждой духовной традиции люди вряд ли могут глубоко понять, почему человек выбрал другую, потому что там другое настроение, другое отношение с Богом, и это непонятно. Поэтому каждый должен развиваться в своем направлении, свое что-то найти и не претендовать на роль судьи, когда человек пошел другим путем каким-то. Ему там больше нравится. Добрый день. Добрый день. Евгений Ильич, у меня два вопроса. Первый вопрос по первому дню, второй вопрос по второму дню. Первый вопрос такой. Человека, получается, когда энергетическое тело уходит, назовем душой. Вы говорите про оставление тела, то есть да. Ну, когда человек умирает, как мы говорим. Да. Человек умер, получается, все, его душа ушла. Она может переродиться либо в другое тело, либо находиться, может быть, там в других мирах, в других состояниях. У меня такой вопрос. Если оно находится, получается, уже в другом теле, либо в другом измерении, как мы можем, скажем, общаться с ним, либо связаться? Угу, спасибо. Смотрите, с точки зрения души, то на духовной платформе, если человек просто о ком-то вспоминает духовно, он уже с ним связан. С точки зрения тонкого психического тела, это тоже происходит точно так же, но через тонкую энергию. Есть такая энергия ума. Вот, допустим, мы с вами общаемся, сейчас мы соединены. Если бы я, допустим, серьезно изучал вашу психику, ваше тонкое тело, я мог бы, допустим, погружаться в структуру вашу психическую, понимаете? Потому что есть связь, я контактирую с вами сейчас. И, ну, допустим, я могу сказать, вот сейчас контактирую с вами, что у вас, хотя я вас не вижу, то есть у меня, я вижу только силуэт, я даже лица не вижу вашего, вот, потому что отсвечивает. Но я могу сказать, что у вас в тех энергетических структурах, где находится регуляция сосудов мозга, там есть нарушение. Поэтому я предполагаю, что у вас нарушается артериальное давление в головном мозге. То есть у вас могут быть повышаться давление, понижаться внутричерепное, по крайней мере. Это так или нет? Вот, ну то есть, другими словами, контакт есть с человеком незримый. Это происходит через память. Вот как я протестировал вас, я как будто бы вспоминаю. Ну то есть, я просто этим занимаюсь, изучаю это. А людям не обязательно это изучать, потому что это природой уже создано, Богом создано, что мы, вспоминая человека, мы с ним контактируем. Вот, причем контакт этот происходит таким образом, что человек, с которым вы контактируете, он при этом никогда, ни здесь, ни там, этого не знает, за редким исключением. Например, бывает так, что люди очень сильно любят друг друга, и они чувствуют, когда друг о друге думают. Но это редкий случай. В основном один человек думает, а другой об этом не знает ничего.
Ну, то есть, другими словами, контакт происходит для меня осознанно, а для него нет. И точно так же, когда человек меняет тело, он в другом месте, в другое время находится, он не чувствует, что о нем думает близкий человек какой-то, но при этом ваши мысли о нем, молитва о нем меняет его жизнь. Получается, вы становитесь как ангел-хранитель для него. Поэтому мы с родственниками связаны, где бы они ни были, мы связаны с ними вот этой связью. Они не знают об этом, но им помогает. Вот. Хотя, знаете, они могут волноваться, чувствовать какое-то волнение. То есть они могут чувствовать, что что-то происходит, но они не могут объяснить себе, что именно. Но есть такие люди, которые могут. Это более высокие формы жизни. Когда человек рождается на высших планетах, он может чувствовать вас, как вы о нем думаете. Спасибо большое. И второй вопрос еще по второму. Получается, дайте вот совет небольшой такой. Я отношусь к четвертой категории. Скажем, я продаю. У меня супруга относится к второй категории. Четвертой, то есть у вас есть какая-то работа, вы просто трудитесь, чем-то занимаетесь? Нет, я творческий человек, скажем, мне нравится что-то делать, что-то творить, придумывать, изобретать, что-то воплощать жизнь, какие-то вещи такие, да, которые не делают. Вот. Ну, думаю, что это первая категория, а не четвертая. Вы что-то объясняете же людям, рассказываете при этом. Да, с одной стороны, да, но с другой стороны, мне больше нравится, я бы сказал, одиночество. Ну, думаю, что все-таки у вас первая категория, мне так кажется. Ну, неважно. Ладно, вопрос такой. Дайте пару советов, чтобы у нас семейная жизнь была более гармоничной. А у нее, она руководитель, да? Она руководитель, да. Но я вот, скажем, все равно, что супруга как девушка, да, я как мужчина все равно сам хочу принимать решение в семье, что-то. Ну и хорошо, вот если вы первой категории, она второй, это совместимость хорошая означает. Вы, получается, старше по категории. И, ну, вы можете советовать ей, советы давать. Просто когда природа руководителя, человек советы принимает не сразу. Ему надо очень все взвесить серьезно, продумать. Вы можете ей советовать просто, а решение надо просто, знаете, как в отношениях с женщиной всегда нужно... Вы садитесь, я расскажу об этом. Просто это другая немножко тема, но я могу рассказать. Понимаете, женщине нужно очертить сферу ее контроля в личной жизни. Понимаете, мужчина контролирует общество, пространство общества, а женщина контролирует мужчину, детей. Она личную сферу жизни контролирует. И она не может не контролировать, так же, как любой человек, тем более, если она руководитель. Это не значит, что вы остаетесь без принятия решений, что она во всем решении принимает. Просто в каких-то вещах вы ей разрешаете принимать решения, это сфера ее полномочий. А в каких-то вещах вы ставите, ну, как бы, свое вето. Вот здесь я, как бы, должен разобраться. И если она туда пытается, в эту сферу тоже вникать, а женщины всегда это будут делать, ну, надо там просто очень твердую позицию занимать, и она постепенно поймет, что там все равно ей придется с вами советоваться. Вот. А в каких-то зонах вы ей даете самой возможность принимать решения, какие-то сферы, которые, ну, и, в общем-то, и вам не надо особо там принимать решения. Допустим, она решает, что она готовит, что она покупает детям там и так далее. Но есть такие сферы, которым женщинам лучше самим принимать решения. Если вы поймете, что все обговорено и будете твердо следовать своим правилам, то она привыкнет к этому и будет делать так, как нужно. Если же она пытается посягать на ваш контроль ситуации, то надо просто применять твердость характера и все. У вас она тоже есть. Вы как бы не то, что слабохарактерный человек. Поэтому просто... А любые женщины всегда испытывают своих мужей. Как говорится, они пилят суп, на котором сидят часто. Ну, пытаются проверить стойкость мужчины. Не всегда его испытывают. Это нормально. Это так женщины созданы, они всегда тренируют мужчин в их способности принимать решения. Они сопротивляются этому решению часто, пытаются вильнуть от него. Ну,
Надо просто спокойно продолжать. Веды сравнивают женщину как реку, это река жизни. В женском теле течет жизнь, а мужчина создает условия. Вокруг женщины дети, муж, все родственники вокруг жены всегда. Даже животные любят жену больше, чем мужа. Они как бы вокруг женщины вся жизнь течет. И женщина сама течет, у нее все время меняются интересы, желания, у нее течет река жизни. Мужчина, берега должны быть очень крутыми, когда поворот начинается, чтобы река не вытекла. Поворот судьбы начинается, чтобы река, она нахлестнулась на берег и опять пошла вниз потом, успокоилась. Потому что когда повороты в жизни наступают, у женщин всегда очень сильные реакции происходят на это. Мужчина должен спокойно это выдерживать, должен быть сильным. У него берега, то есть у него воля должна быть сильной. Вот в этом ваша тренировка должна быть, развитие. Не давайте, не позволяйте ей перетекать через вас. Иначе она растекется по пустыне. Сама себя потеряет. Женщина, которая перетекает через мужа, она сама себя теряет в жизни. Она не может контролировать свою судьбу дальше. Так образно веды описывают отношения между мужчиной и женщиной. Ну вот сзади вот женщина. Вы, да, сзади. Угу. В оранжевом, да? Угу. Микрофончик. Можно, но боюсь, я весь уже, наверное, не увезу. Чувствую. Что-то у меня уже нормально меда получается. Олег Геннадьевич. Да? Надо ли, что хорошим специалистом можно стать за 2-3 поколения? Да, в пакет поставить. Нет, правда в том, что вы можете стать за одно поколение. Не пытайтесь увильнуть от того, чтобы стать хорошим специалистом.